Ну, а мы продолжим. А продолжить надо сказать есть чем. Знали ли вы, что самый высокий IQ 228 единиц продемонстрировала 10-летняя девочка Мерлин Васаван в 1956 году? Она попала в книгу рекордов Гиннесса. И раз уж сегодня 5 февраля – день эрудита, Игорь Жариков вновь задал свой, на этот раз интеллектуальный вопрос по подосу. 7 февраля – Всероссийский день зимних видов спорта. У нас в Тюмени, я знаю, что все смотрят, все следят за спортивными достижениями нашей страны. И этот вопрос по подосу будет преимущественно мужским. Сколько мишеней на одном рубеже в биатлоне? Ну, точно не помню, но не, где-то от 10 до 20, где-то так. Может быть, ошибаюсь, плюс-минус. Я знаю, биатлон не занимаюсь, но, кажется, не будет 3-4 мишени, мне кажется, на мой взгляд. 5. 3 раза? 3. 5. Наверняка знаете, кто такой Антон Шипулин? Ну, конечно, знаю. Да. А вот сколько раз он становился чемпионом Европы по боксу? По боксу? Антон Шипулин, он в биатлоне выступает. С вас не обмануть. Ну, так я биатлон, потому что люблю. Ну, вряд ли он становился чемпионом Европы. Почему? Ну, наверное, потому что он лыжник. Хороший лыжник, плохой боксер. Да, скорее всего, так. Ни одного. Шипулин – это биатлонист, какой бокс. Шипулин, да. Сколько раз он становился чемпионом Европы по боксу? Шипулин? Ну, два-то точно. Два точно. Кого он там нокаутировал? Не помню уже. Ну, кого-то. Да. Американцы. Ну, не снимай. Снаряд в кёрлинге игровой, как называется? Не знаю, такая гранитная... Глыбина. Не скажу. Ну, вообще не знаю. Помню, как он визуально выглядит, но не знаю, как он называется. А как он выглядит? Как такая большая шайба и с ручкой. В кёрлинге. Вот честное слово, забыл. Бывает такое, бывает так. В нашем возрасте бывает. Кёрлинг. То есть игру назвали в честь снаряда? Не знаю. Ну, этого я не знаю. Кёрлинг смотрели? Ну, я смотрел, но не знаю. Что это за спорт-то вообще? Ну, кидают там... Вот что они кидают? Круговые такие штуки. Ну, как называется? Камень. Камень, да? Да. Ну, буду знать. А что такое скелетон, вы знаете? Вроде раньше такой йогурт был. Что-то зимнее такое. На лыжах, наверное, что-то или нет? На одной. На одной лыжи. Это что-то... Байбок на бег на коньках, кажется, да? Скелетон знакомо. Знакомых. Ага. Не снимай ты. Ну, это санки, короче. Саночный вид спорта, скажем так. Санный? Да. Грубо говоря. Ну, очень грубо. Да.